Я бы сказал, что кому и где почесать, но... Как зачем? Я к нему пришел. Значит, надо убить. А смысл его позже бить? А смысл? Ну что далеко мне, там осталось-то квестов минимум. Я, между прочим, уже давно Underworld прошел, только сюжетку в нем не делал. Да, бивич хилов. Охереть, молодец. А чему ты удивляешься-то? Underworld как раз после Фалена. Или ты про бонусных боссов? Так фаергейты уже убиты. Осталось еще 2 или 3. Лост явно злее этого засранца. Thank you.
Вредное говно. Не, вот резко у них ни у кого мозгов не хватает. Мне нравится. На английском. А, блокаву. Если я попробую попозже, то сегодня я уже пойду спать. В крайнем случае это трай, а потом посмотрим. Самое смешное, что на нормале все эти боссы проходятся, ну, вообще от балды. Сироника с доджем. А сейчас почти все такие. С другой стороны, мне вполне нравится. Нормал обучение НГ плюс. Серьезно поиграть для фана. В Японии еще со времен конца, наверное, PS2 пошло NG+ вводить моды. А PS3 так почти все с ним. В половине игр даже концовки не все открываются, если ты на обычном прохождении идешь. Тут вроде такой фишки нету, конечно, с концовками. Но все же.
У меня уже, кстати, 84-й БР, если ты еще тут смог. Так что куда уж позже это идти. Да, без лета они так жирно.
тем не менее он начал кастовать овердрайв. В тот самый момент, когда вместо арканы она начинает бегать вокруг босса и хилить. Беда. Terrible time.
Опять опачку накопил, говнюк. Бивич, это хреново. Вау, они догадались. Во. Просрал, конечно, часть народа, но все же. Так его. Спасибо. А то рано, рано. Я знаю, что главное ему все время АП сжигать. Тогда вполне можно убить и на 80-м БРе. パーティー全体の戦力を考えるのだ。